Всем привет! Зур прилетел в башню. Моя воля мне не подвластна. А как насчет тебя? Привез экзотическую энграмму, оружие, плазменная винтовка безжалостный, нагрудник для титана, жилет Гвисина, рукавиц... Ой, это нагрудник для охотника, жилет Гвисина, рукавица для титана, укрепление Сайтена и шлем для варлока около другого мира. Также привез револьвер Хоукман, винтовку разведчика «Историю мертвеца» и экзотический шифр для экзотики прошлых сезонов. Также привез легендарное оружие с прошлых сезонов. Это автомат «Гнетущий голод», пистолет-пулемет VY-7 от семи серафимов, винтовка разведчика «Вечные тайны», дробовик «Тяготы и невзгоды», снайперская винтовка «Далекое будущее», линейная плазменная винтовка «Тарантула» и импульсная винтовка «Звезды во тьме». Также привез легендарную броню с прошлых сезонов. Это воспринятые в штыки рукавицы, нагрудник воспринятый в штыки, плащ воспринятый в штыки, шлем воспринятый в штыки и броня для ног воспринятый в штыки. Всем спасибо за просмотр, всем хорошей игры и пока-пока!